Быдло на дороге или как снимают кино? А перед просмотром этого ролика я хочу посоветовать вам канал Кер. Кер. Короче, этот парень снимает крутые обзоры. Видео очень качественные, веселые, с эмоциями, с глюками, шумами, криками. А, ну, в общем, все, что вы твою любите. Мать, твою мать, твою канал мать, очень прикольный и веселый. Мне понравился, я подписался. И скоро будут конкурсы. Переходите по ссылочке в аннотации и в описании. А теперь снова привет, ребятки. Эта история произошла вчера. Я попал в кино. Все мечтают попасть в кино. Даже мой брат, тихими вечерами передергивая на Анджелину Джоли, мечтает стать участником фильма. А я, сука, не мечтая, стал участником всего действа. Но в гробу я видал такое участие. Короче, я вез больного с вывихом головки и плечевой кости в травмпункт. Кто не знает, это замечательное место, где вам вправляют и лечат кости, а иногда и мозги. Ну, если, конечно, они у вас есть. Так вот, этот больной получил травму. Во время тренировки по боксу плечо саданули, и сустав вылетел. Но я приехал без боя, зафиксировал сустав, пристегнул больного. А это, между прочим, был горячий кавказский парень. Такой горячий, что аж вах! Ну и сопровождающий сел. Тот, кто ему сустав выбил. Ладно, к сути, едем и весело. Эти горячие парни что-то обсуждают на своем языке. Непонятно, но весело. Мы едем по правилам, на зеленый сигнал светофора, и тут я вижу видение. Нам дорогу перегораживает броневик. Это прошло так быстро, что я подумал две вещи. Первое, это пипец или нет, маленький пушистый зверек, писец. И три матерных слова, о каких я не скажу. А дальше я охренел. А оказалось, это не броневик, это так кино снимают. Слава богу, скорость была небольшая. А мой водитель ас, и мы успели затормозить, избежали ДТП. А мой больной был пристегнут и не получил дополнительных травм. Но тоже сказал три своих маленьких матерных слова. Понятно тебя, да. Поделитесь этим видео в соцсетях, это пока эксклюзив, чтобы люди знали, что киношникам закон не писан. Если уж скоро подрезают, и угадайте секретное слово, которым я назвал водителя киношников. Если видео наберет больше 50 лайков, между угадавшими разыграю 50 рублей. 100 лайков, 100 рублей. И будьте здоровы!